Здравствуйте. Меня зовут Головкина Юлия Владимировна. Я врач-косметолог и тренер компании «Корнеаль». И сегодня мы с вами поговорим про роллеры для домашнего использования. Для домашнего использования лаборатория Clinical Resolution выпустила два роллера. Все роллеры изготовлены из высококачественной хирургической стали, покрытой родевым напылением. Каждый роллер имеет свой собственный серийный индивидуальный номер, который расположен на задней стороне рукоятки инструмента. Все иголочки роллера расположены строго вертикально, что обеспечит равномерную перфорацию тканей. Диаметр иголочек соответствует 0,07 мм, а это тоньше человеческого волоса. Благодаря этому процедура становится малоболезненной, отсутствие гиперемии, покраснения, отека после процедуры. В результате период реабилитации протекает очень благоприятно для самого клиента. Такими роллерами мы с вами способны улучшать проникновение наносимых средств, сывороток, концентратов, активных компонентов до 80%. Когда мы с вами не используем роллеры, то те же самые активные компоненты проникают глубоко только на 7%, а это, согласитесь, очень мало. Поэтому применение роллера перед активными сыворотками улучшит все клеточные процессы. Вы будете работать с пигментацией, вы можете скорректировать морщины, уплотнить кожу, выровнять рельеф лица. Все это абсолютно безопасно для домашних использований. Но самое главное, не забывать о том, что роллер нужно обязательно обрабатывать и правильно его использовать. На коробочке, в которой находится роллер, есть такая небольшая подсказка, как правильно им работать. Пути направления раскатки роллера для того, чтобы получить максимальные эффекты. Приобретая роллер, вы его получаете в таком герметично запакованном футляре. Роллер здесь уже стерильный, поэтому вы его можете открыть и сразу использовать. Но впоследствии вам обязательно будет необходимо роллер стерилизовать.